Активисты «Единой России» с территориального управления Жаворонковской подготовили музыкальный подарок ко дню сотрудника органов внутренних дел. Артисты культурно-досугового центра «Молодежный» исполнили несколько композиций, посвященных подвигу подмосковных полицейских, и записали видеопоздравления. Массовые мероприятия пока под запретом. Этот небольшой концерт – один из способов выразить признательность полицейским за их службу, рассказала член партии «Единая Россия», художественный руководитель центра Любовь Терещенко.